Первое место в сегодняшнем голосовании, которое происходило в нашем замечательном, самом лучшем телеграм-канале на свете, здесь, в смысле, да, занимает тречок Shadow Raze и Jeze XDX. А еще когда он в чате, то у него никнейм TX. Jeze XDX TX. Да, или известный как Juzo и Shadow Race, как вы понимаете. Тобо Роки. 44 балла, тречок. Посмотрим, так ли это на самом деле. Очень интересная облога, красиво сделано. Если нейросетка, а это реальный рисунок, то это особенный респект. Или это откуда-то взято, да? Ну, такое ощущение, что это как будто кто-то нарисовал ребятам. Как будто да. Ютфлом только проснулся. Да, на самом деле так и есть. Время 11 час, да? Магнитная буря, короче, все карты попутала. И сложности, да, настали, короче. Так, чё? Да, Дим, база, да. Вот. Все, я наконец-то добрался, да, в надежде, что музыка поправит, короче, конкретно. Музыка должна поправить. Это ее суть. Нет, я сначала не буду одевать наушники, потому что наша задача ни в коем случае не забыть снипет. Снипеточек. А для того, чтобы его закинуть сюда, нужно сделать вот так. Нужно вот так и вот так. Ну, в принципе, да. В принципе, у нас тут все по базе. Все по базе. А, что у нас тут? Аниме, Дота и Дрифт Фонг, да? Наверное же так? Я думаю, что да. Плюс 44. Лондон. Ёпта. Это вам не Лондон, это Анор Ландо. Let's go. Слушаем внимательно, что у нас здесь. Кстати, охуенный панч, да? Кто-нибудь его использовал? Нет? Я думаю, что нет. Слушаем. Бэм. Солидный влёт. Верю. Так. Рейзом, Скайлан, Риот Данди, были такие же строчки про долдуши, бессмертие, крови, подвесан канале, да, уже был у продюсера трека Валтера, намекает, наши строчки были взяты из Скайлайна. Ну что я вам скажу, друзья, инструментал бешеный, задумка неплохая, вот эта история с интрухой, здесь очень много разнообразия во флоу с точки зрения того, как он прыгает и переходит на него, да. Что касается реализации, да, то в Juzo он, в принципе, держит именно темп лучше, чем Shadow Race. То есть он, в принципе, тараторит и держит темп интереснее.
часто сбивается, к сожалению, Shadow Race по-прежнему. Вот здесь, да, то есть он где-то ускоряется, то есть так-то он работает по-другому, да, не то, что там просто успеть он первую и заключительную, да, вот, допустим, Эдлипчик кинуть. Два года активно, что-то статусный мертвец, что-то равных не нашлось, тогда заделан тут отец. Шадокила я, поклонник и сердец. Если ты на две трапы, значит, больше не жилец. Оки-доки, на сту, welcome, ага. Так. Вот еще по хрону, да. Ну, в принципе, две минутки не так, чтобы затянули. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Это для длинноволосых нефоров в агресс-культе. Ну, понятно, бро. Тут, в общем-то, на обложке, да, вот один из них именно такой и есть, да. Но это не отменяет необходимости, да, необходимости жестко ебашить по флоу. Смотрите, какая ситуация. Вот что касается флоу именно, да, именно точности флоу, техники как таковой, Джуз делает поинтереснее. Но что касается погружения эмоционального, да, вот Shadow Race иногда летит, пробуксовывает конкретно. Но при этом он погружается в, вот в те строки, которые у него получаются нормально, он прям погружается, да. Он очень, очень точно летит, да, очень точно, такой прям над текстиком парит. Как квадрокоптер, да. Да, молодец. Это прям очень даже неплохо, бро. Очень даже неплохо. Там-тарам-там-та-дам-там-там-там-там. Пусть каждый доедает, гонится за моим темпом. Вся моя тусовка короли, мы движемся на верном. Слушай, ну рифма-то вообще норм. Моим темпом на верном. Всегда гонит, скоро городу, скоро я городу. Такие созвучия, типа, да, летали наш урон. Я больной, мне нужна скорая. Мы сейчас как снежный ком летим на Сильвии по городу. Единственное, что тихо играет бриджик, очень тихо. Прям сильно тихо, да? Чё там, чё? Привет, сколько ждать разбор трека, если сейчас закину донат, час, день, неделя. Бро, не час, не день и не неделя. Где-то месяц, наверное. С учетом наших стримов, не меньше месяца точно. Если что, Дмитрий Холод подскажет корректнее, но долго. Да. Если ты супер-мажор, то можешь полтос закинуть, и ты будешь на первом фреш-сете разобран. Но это мы специально поставили сумму, которую мы думали, что никто не будет закидывать, и один хуй ее закидывает, прикинь. Нас не ждут пойдем тайком, мой кинжал, он всегда холоден, в руке лежит фалкон, он всегда голоден, летали наш урон. Давайте послушаем еще разок. Давайте сделаем. Там было минус 10 и минус 20к. Спасибо большое, аноним, который минус 10к, да, в смысле, да. Спасибо большое, аноним, который Blurry Mayhem. Хорошего стрима, спасибо тебе большое, бро, за 20к в начале стрима, да. Спасибо, ребят, респект, спасибо. Слушаем, короче, да, слушаем. Альбом Майота, да, бро, 4 сингла сначала, потом альбомчик Майота, заправка, кит, 4. Слушаем заново. В целом... Есть жизнь, короче, в этой музыке. Реализация по-прежнему так себе. Битос сумасшедший, просто сумасшедший. Просто сумасшедший. Хорош был, хорош. Заждалась меня, я выхожу на старт. Пивер брал на себя много, разряжаю в него скат. Мои руки все крови, шалопа палит на мой скат. И мой флоу сейчас разъебется, как авария на скат. Завали свое ебало, у тебя не будет выбора. Говно может базарить, угораю с этих спидеров. Ты допиздился в эту ебок, познакомься с рыбами. Я не считаю баб, я один хуй дух, я прибыль. Вылетаю навстречку, поставь за меня свечку. Сука, опять не лечь, турбина ебашь в осечку. Выхлоп стреляю, двигаюсь, рёнка на шее кресты. Моя жизнь, это гонка, мигалки, остались. Потоки со мной не угнаться, ёбану стоки. Вот прям на пределе прешь. Ну можешь сделать чуть помедленнее и погружаться в это. Ну прям видно, что у тебя реально очень хорошая скорость и дикция весьма в порядке. Прям ты умудряешься на такой скорости даблтаймить. Базару нет.
Я не знаю, это без ускорения, да, это ты реально сам делаешь, или это некоторые артисты раньше как делали, там чуть помедленнее записывались, потом ускоряли и делали нижний питч, да, чтобы голос не пищал, а чтобы типа нормальный голос был, просто ускоряют запись, да. Принцип Людвига, король мертвых долбоебов. Окей, окей. Вот это охуенно прочитал. Вот это прям очень круто. Прям пиздец зачеканил. Вот тут слетел. Это тоже точно. Вот здесь что слетел, тут может что слетел. Вот это хорошо, вот это охуенно. Я подъезжаю на стуалком, ха-ха. Я убиваю суку медом, и пусть каждый доедает, гонится за моим темпом. Вся моя тусовка короли, мы движемся наверх. И нас лежит, пройдем таком, и мой кинжал, он всегда холоден. В руке лежит фальконы, мой нет воздух, всегда голоден. Летали наши уроны, я больно, мне нужна скорая. Мы как снежный ком, летим на силе и по городу. Этот куплет лучше. Слушай, в целом, да, техника ебануто прокачалась, конечно, у тебя. В целом техника сильно улучшилась. Вначале из того, что было, когда был просто поток рандомных слогов. 100%. Я подъезжаю на стуалком, ха-ха. Я убиваю суку медом, и пусть каждый доедает, гонится за моим темпом. Вся моя тусовка короли, мы движемся наверх. И нас лежит, пройдем таком, и мой кинжал, он всегда холоден. В руке лежит фальконы, мой нет воздух, всегда голоден. Летали наши уроны, я больно, мне нужна скорая. Мы как снежный ком, летим на Сильвии по городу. Вот так, да, вот так. Разные бриджики, да, да. Контрасты неплохие. В этой игре начальник, мой лигуза не прощает. Ломаю твои катаны, это бог смерти вещает. Немало сотни убийц, я хочу больше и больше. Глаза окутаны кровью, в глазах остался лишь холод. Убиваю долбоебу, чтобы вновь заполнить бак. Продал души, я бессмертный, кровью подписан контракт. Каждый гуд трясется в ужасе, для них словно маньяк. И под звуки реквиема я танцую на костях. Здесь проще тебе было, да. Здесь проще тебе было. Короче, что-то есть, да, в целом. Это неплохая песня. Но это не 44, точно. То есть прикол тут не работает, да. Это не 44, точно. Балла, в смысле. Что за кино, поклонники сердец. Потому что вот здесь, да. Вот здесь он сделал вообще ровно по флоу. Вообще ровно. Чуть-чуть вот здесь снежный, чуток. А так в целом достаточно ровно. Здесь есть очень хорошие строки. Очень хорошие строки. По тексту довольно неплохо. С учетом тематики, специфики. В целом вообще, да. Флоу сейчас разъебется, как аварий на Скар. У тебя не будет выбора. Ага. Что-то про рыб. Санштайн, никуда прибыли. Свечка, да. Свечка. Такой. Неплохо. Правда, неплохо. Я думаю, что... Типа что-то в районе... Почему название 44? Не знаю, почему название, но это вряд ли плюс 44 имеющее отношение. Может быть, сейчас. Наскар. Не знаю. 44, что это? 44 название шоссе, название, если это Drift Funk. Что это? Машина 44, что это может быть? 4.4. А, в Dota Resgrill гильдия. 4.4. Все понятно. Нет, тогда вообще, тогда не разобрать, да. Твои катаны бог смерти вещает. Ну такой, да, такой. В этой игре начальник мой гузу не прощает. Ломает твои катаны, это бог смерти вещает. Тут не особо, но образы хорошие. Мне мало сотни убитых, хочу больше и больше. Глаза окутаны кровью в глазах, остался лишь холод. Убиваю долбьё, чтобы вновь заполнить бак. Продал души, я бессмертен кровью, подписан контракт. Заполнить бак, подписан контракт. Каждый гуль трясется в ужасе, для них словно маньяк. Танцую на костях. Такой, да, на ассонансах часто прям хуярит. Неплохо, неплохо. Норм. Реально, норм. Норм. Напор есть. Мне нравится то, что оба причем работают так, да, то есть и куплет развивается. То есть куплет не проходит очень ровно на одном тембре, да, на одной экспрессии. Куплет развивается конкретно. Он сначала да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть он развивает эмоцию, развивает драму, да, в повествовании. Прикольно.
Тут вообще у нас сумасшедшее разнообразие. Вот это попал, да, но прям на тоненьком прошел, и с точки зрения погружения прям оно вот закачалось, да. Но вот захотелось тебе, да, прям вот изъебнуться и на максимальных скоростях пролететь. Базар нет, сработало. Два разных бриджика, да. Не длинные, не душные куплеты. Прикольно, здесь вот так, потом отсюда попер, да, бриджик. Что-то. Неплохо. Да. Так, ну что, у нас фонг и дрифт-фонг по-прежнему актуален? Да, по-прежнему. Угу. Пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Нет, здесь не надо, да? Тут есть явно этот трек у нас, да? Да, конечно же, есть. Рифмообраз для фонка, я думаю, что весьма неплохо. Вот такая история. Да. То есть дрифт-фонг, где обычно у нас идет история какая-то репетативная, просто капа, да, которая... Тут нам какую-то историю рассказывают свою, да. Норм. Я думаю, что норм. Угу. Структура ритмика. Отлично. Структура ритмика вообще топ. Прям вообще топ. 2.20 проходят быстро. Артисты друга сменяют. Нет ощущения того, что кто-то душит. Или там какой-то кусок приклеен, прилеплен. Они меняются постоянно. Два разных бриджика у нас. Куча разной структуры, ритмики. Музыка дает ямки и останавливается. Все четко, да. То есть это не какой-то отдельный кусок. Это очень неплохая история. Замешали, короче, дота рэп, дрифт фонг, да. Прикольно. Прям что касается структуры, очень мощно проработано. Очень мощно. Строчки, все летит, да, прям по кайфу сделано. Что касается просчета слогов, да тоже, в принципе, вполне себе хорошо, где он не попадает. Shadow Race, допустим, в первом своем куплете. Там просто он просто не попадает. Очень хорошо. Очень хорошо. 9. Да. Реализация стиля. Ну тут не 9, конечно, не 8. Бля, вот тут прям прикольный текст был, честно. В общем, смотрите, все, что касается задумки, это очень хорошо. Это очень круто придумано. Что касается текста, тоже кайф. То есть они там и напанчили, да, и какие-то отсылки на старые треки есть. Я даже 8 готов поставить. Реально, я даже 8 готов поставить. Правда. Что касается... Не, фонг пока мы ставим 5 баллов по-прежнему, да. Да. Реализация стиля. Где-то вот здесь, да. Где-то вот здесь. Насчет 6 не знаю. Хотя, бляха-муха, убитов достаточно количество, да, блин, я думаю, что да, наверное. 6-7? Угу. Это же не поп-фон, как у Адлина. Ну да, я согласен, ты имеешь в виду прям агрессивный такой дрифт, да? Но с другой стороны, там куски, понимаешь? И вести речь о том, что типа у Адлина это вот фонг о другом, ну да, о другом. Базару нет. Потому что трэпчик тоже бывает разный, супер трэп разный, да, бывает в зависимости от того, что происходит. Ну да. Возможно, и 4 балла. Угу. Проще и понятнее. Давно не слышал фонарь. Да. Да не, хватает на самом деле. Я думаю, да, базар. Реализация. Знаете, здесь я как будто готов поставить вот так, а здесь вот так. Да, то есть тут нет вот такой истории точно. Ребята, бля, вот даже жалко, честно говоря, ставить. Как будто здесь я бы даже 7 поставил, а здесь 6. Да. И трючок вполне себе рабочий. Я готов 4 балла поставить. Потому что музыку они чувствуют, по музыке они идут, но напряг держат. Где-то сбиваются, но я, в принципе, ушатал. А общее впечатление, трек вполне слушабельный. Регу на сайте подтвердите. Не знаю, бро. По идее, сразу подтверждают. Ну как, в течение дня, типа, да? В течение дня. Да, ребята работают, стараются, не покладая рук.
Такая история. В общем, да, вот 4-4, короче. Вот здесь, друзья, 4-4. Да, 4-4. Не, это хороший трек. Весьма. Я не знаю, что там на сайте поставили, за что там задушили. Кстати, мне обложка нравится. Я бы обложку забрал. Что скажете по обложке? Плюс, если забираем, минус, если не забираем. Ебать, вы засрали. Кринжатина. Обложка топ. Алиса рисовала. Плюс-минус, плюс-минус, минус. Минус, минус, минус. Ясно, блядь. Все понятненько. Ну, вы все видели сами. Так, и чё? И чё? И чё? И чё? И... Вот так даже. Ну, принимается. А чё там? Куда вы улетели? Реализацию 8, харизму 9. Дамит, что ли? 8-8. Так, у нас где просадки? Ну, просадки в реализации. Реализация, индивидуальность, харизма, да? Конечно же. Да, реализация 7. Отголоски старого творчества принимается. 8 реализация, просадка, да. 7 просадка здесь, да, принимается. Структура заебок, вообще вопросов нет. Десятка тоже, кстати, даже десятка принимается. 4-4, да, вот вообще так, такая трезвая оценочка. Ну, я думал насчет 7, да. Кайф, кайф, Дини 0-0-5. Угу. 18 лет, пишу рецухи от души. Всем спасибо за лайки, за все, что читаете. Кстати, лайки, да, ставьте. Лайки ставьте, братва. Вот тут стриминг есть, все ссылочки есть, все, да. А, вот тут нормально лайков у него вообще и так-то. Ну да, респект. Круто. 9-9, нет просадок, да. Все, пока тебе биточки полный разнос. Это супер база вообще. 8 баллов. 10. Не знаю, бро, 9, окей, разнос на бите, 8, король медок, 5 за текст и 10 за реализацию, 2 за общее впечатление. Ну, 2 за общее впечатление принимаются, ну вот это слишком жестко, бро. Старички до сих пор качают. Старички! GZX, DX и Shadow Frazi — это старички уже, да? Окей. 7-7, да? 7-9. Да, да, вот прям вообще база-база. Современный гульдрифтфонг. Газ-газ-газ-газ-газ в пол. 8-9-10, да, да. Короче, это рабочий трек, который можно слушать в машине. 2/4 на множестве. База вообще конкретная, конкретейшая база. Здесь супер круто, здесь меньше, да, и тут, и здесь, вот оно. Да, 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 его 63. Вопросов нет. Могло быть хуже. Это точно, это 100%. На самом деле весьма хорошо. Ага. Все шестерки, да, 4, сомнительно. Но окей, да. 7-8. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это реально неплохо. Реально неплохо. Так. У нас есть сниппет. Представляете, я не забыл. И вот вы даже не пишете, да, в чате. А я уже думал останавливать запись. Это моя эмблема, вся моя, ты только караи, мы движемся наверх. И нас лежит, пройдем таком, и мой кинжал, он всегда холоден. Руки лежит фальхон, и монет воздух всегда голоден. Летали наши уроны. Задушил 6, наверное. В целом 6 задушил, я думаю. Можно было 7 ебануть за реализацию. Вот сейчас переслушиваю в целом. Дим, исправь, пожалуйста. Исправь, пожалуйста, на 7. Согласен я с оценками, с вашими. Вот это мало. 7 можно поставить, я думаю, да. Да. Время займет. Окей, окей. Потому что... Нет, да... По технике хорошо, избыточно для шестерки. Даже вот это, да?
ну видос по... да. Хороший видос. Хороший видос. Угу. Спасибо. Хорошая работа. Не знаю, новый это трек, старый ли трек, но как будто прогресс чувствуется. Да, ну-ка, что там у нас в целом было? В целом. Ну да, вообще, конечно, жестко. Угу. Начинали мы с супербазированных оценок. Угу. Полтос. Да, и причем всегда, вот даже здесь посмотрите, да, текст и структура. То есть он всегда был хорошим мастером текста и структуры. 9 текст. Жесть. Угу. 8 текст. 8, 7, 6, 7. 10 структура. 10 по тексту. С медиксами, да, вот хиточек жесткий получился. Как всегда, да, в общем, текст всегда крепыш, жесточайший крепыш. 8-9, 9-10, туда. То есть все, что придумано, всегда круто. Базар, базар. В принципе, разные оценки, да, вот 60, 80, 50. Хорошая оценка. Это получается по силе третий трек, да, на сайте у нас. Третий трек по силе. Здесь Skyline Redan 63 балла. И вы тоже оставили больше. 82 рецензии, 72 балла средняя оценка. Здесь 67 баллов. Skyline Redan покрепче, да? Угу. Прикольно. Спасибо, друзья. Спасибо. Не, норм. Реально, норм. Весьма.